210 человек стали выпускниками Центральной детской школы искусств. Художники и музыканты, хореографы и вокалисты. Все они прошли полную программу начального обучения. В концертном зале ЦДШИ прошел выпускной вечер. Поздравляли юных талантов родители, друзья и преподаватели. Это очень сложный путь побед, радости, поражений, грусти, ежедневного упорного труда. И мы абсолютно точно уверены, что даже те, кто не свяжет свою жизнь с искусством, займут абсолютно точно высокое положение в обществе. Обладателям красных дипломов вручили золотые медали. На сцену с творческими номерами вышли музыканты, которые уже выбрали для себя профессиональный путь исполнителей. ЦДШИ – это визитная карточка городского округа Химки. По статистике, ежегодно около 50 воспитанников школы поступают в творческие вузы страны, а более половины преподавательского состава – ее выпускники.